Нужно вернуться к Дарию. Демократ. То, что определяет нашу суть, лишь ложь, что порабощает нас. Спартанский пес за все ответит! Ответит! Должно быть, об этом Афине не говорил Дарий. Ты что задумал? Спасу тебя, если не будешь орать. Не думал, что смогу освободиться. Я не забуду. Сюда! Спасибо огромное! Спасибо. Вот его флот. О, его флот, говоришь? Thank you.
гигантский головорез. Ну-ну. Спартанский пес. Мы ослабили. Сомнения разрушают уверенность, и они есть у всех. Хозяин орла. Пока что. За... Ты не по... сюда. Куда мы едем? В одно место. Хочу побольше о тебе узнать. Я тебе не верю. Я слежу за тобой с самого начала. И много о тебе писал. По правде говоря, моя самая известная работа посвящена хозяину орла. Кроме того, многое тебе поведали наши друзья. Друзья культа? Разве они у вас есть? Ну хорошо, союзник. Давай. Чтобы одни жили в мире, другие должны сгинуть. Иного пути нет. Я написал множество работ, чтобы поведать миру о наших деяниях и нашем героизме. Героизме? То есть об убийстве невинных и сожжении деревень? Ограниченность. Орден не мыслит столь узко. Мы не ищем временного мира. Мы хотим мира вечного. Малака! Элла! Посмотри, здесь столько всего. Хочешь знать, зачем мы хотим тебя убить? Обиделись, что убиваю вас? Ты стихийное бедствие, Алексиус. Не замечал? Ты приманиваешь опасность, как поле боя стервятников. Мы не можем позволить тебе жить. Убивать кого-то из-за их крови? Вы омерзительны! Мы не злодеи. Не думал, что это ты злодей.
Для нас ты воплощение хаоса. Ты разрушаешь порядок. Не нужно поспешных решений, Люциус. Взвесь все за и против. Да, Нима, Элпидий, простите меня.